Ну а что теперь ждет организаторов блокады? Вот хотя бы Владимира Парасюка, одного из самых заметных и скандальных участников этих событий. После вооруженных стычек с полицией Парасюк уже в ближайшее время может остаться без своего мандата. По крайней мере, полиция Донецкой области обратилась в Генпрокуратуру с просьбой лишить его неприкосновенности из-за угроз сотрудникам полиции и членам их семей. А министр внутренних дел Арсен Аваков вообще заявил, что никто не сделал больше для извращения понятия депутатской неприкосновенности, чем депутат Парасюк. Боевой путь Владимира Парасюка изучила моя коллега Елена Зорина. Нардеп против полиции. Что ты кричишь? Вы голос не повышайте на меня. Сначала словесная перепалка, а затем и стрельба. Конфликт вблизи Славянска. Так колонна добровольцев во главе с депутатом Владимиром Парасюком пыталась присоединиться к блокаде на Донбассе. Там хихихаха, а мне не хихихаха. В результате 7 правоохранителей госпитализированы. Пострадавшие есть и среди активистов, да и самому нардепу якобы досталось. Я утримал дозу прицевого газу в лице, а також декілька ударів киком в груди и в руку. У меня обратился в больницу по поводу химического ожога на глаз. Поведение Парасюка даже президента возмутило. Я вночі дивився це ганебне відео, як били нових поліцейських, як намагалися вирвати в них зброю, як принижували бійців Національної гвардії та поліції, які пройшли бойові дії в розрахунку, що ті не можуть підняти руку на недоторканого обранця. А які матюки гне цей народний депутат середнього роду? СБУ та Національна поліція діяли з терплячістю, якої не виніс жоден правоохоронець. Я наголошую, жоден правоохоронець в жодній європейській країні. І діяли вони в рамках закону, що абсолютно не скажеш про причетних до блокади народних депутатів. Народный избранник Парасюк с перебинтованной рукой уже на следующий день размещает фото в соцсети и свою версию произошедшего. Всех поклали лицем в землю, мою сестру побили. Я шокований был сегодняшней информацией, что там 7 человек поранено. Мне интересно, хіба что нам, певно, сами себя ранили. В интернете есть и версия правоохранителей. Параллельно начинают сбор подписей за снятие неприкосновенности с нардепа. У одних пытались забрать оружие, других просто народный депутат Парасюк отталкивал, всячески провоцировал конфликт, рукой бил сотрудника полиции в лицо. Кто прав, кто виноват, теперь разберется Генпрокуратура. Там уже начали расследование и не исключают, Парасюку могут вручить подозрения, да и с мандатом он может попрощаться. На жаль, подставы для подания щодо народного депутата Парасюка є давно. В мене особисто було сподівання, що людина достатньо емоційна, якою я і сам часто буваю, може взятися себе взяти в руки, дисциплінувати, але, на жаль, Парасюк заходить кожен раз далі. Главный парламентский боец этого созыва Владимир Парасюк и в прокуроров запускал стаканом и руки-ноги поднимал на избушников. Я складу повноваження, но я тебе не достаю. Разминал кулаки от микрофоны в парламенте, да и о самих нардепов. Иди ты! И их машины. Шарасочек за Донбасс! А вот один из последних случаев. Уже в зоне АТО Парасюк с автоматом врывается в отельный номер журналиста Дзинди. Вы народный депутат? Да. А что вы так себя поводите? А я их хочу так и поводить. Зброя тебе цікавить? Я загубивчик. Скандальные истории с Парасюком происходят довольно часто. Сотник Евромайдана и КВНщик с неоконченным высшим то на штрафы за нарушение правил дорожного движения нарвется, то на покушение. В прошлом году в его авто бросали гранату. Кстати, машины он меняет как перчатки. Хотя по декларации гол как сокол. Только родственники богатые. Машина в пользовании, недвижимости нет. Но живет нардеп в элитном районе в центре Киева. Квартиру якобы арендует. В больницах избранник тоже бывает. После покушения лечился от стресса. А вот в 2014-м получил ранение в боях за Иловайск. Тогда с перебинтованной головой давал комментарии всем. Теперь с перебинтованной рукой в Фейсбуке жалуются, что никому из журналистов не интересен. Пытаемся через сестру убедить его. Это не так.
Ми би хотіли з Володимиром поспілкуватися з приводу того, що відбулося, взяти в нього коментар з приводу того інциденту, власне, дізнатися його версію. Зателефонуйте мені, будь ласка, за 10 хвилин, бо Володимир зараз має зустріч. На второй день все же получаем отказ. Какое продолжение получит история с полицейскими и избранником? За МНОТ или все-таки ее финалом будет лишение депутатского мандата? Елена Зорина, подробности недели, телеканал Интер.